Всем привет! Мы продолжаем проходить Skyrim, точнее дополнение к нему, и мы уже подходим к финалу. Это Даунгард, и я его наконец-то добиваю. В прошлой серии мы дошли сюда, набрали 5 кувшинов воды, и это должно открыть нам двери к брату нашего Фалмера Паладина. Да. Прикольная статуя. Ну что ж, давайте завершать с этим. Это дополнение меня... О, водичка потекла. Это дополнение меня очень порадовало. И теми нововведениями, и... Блин, ну как можно было придумать еще такие квесты? Я думал... Скорим уже сделали чуть бы не идеальным, хотя поначалу, как он вышел, тут хватало багов и всяких неприятностей, так сказать. Ладно, забудем про это. Пойдем убивать Фалмера Паладина. Должно быть весело. Фалмер замерз. Сопротивление холоду. Да, надо было тебе выпить его, чувак. Ой, да они все замерзли. О, блин. Надо бы клиночки одеть. Ну, как-то вот так. Ну? Не? Не размерзнутся? Я думал, они так стрелы. То заберем всю. Ибо нефиг. Оно тут уже никому не нужно все равно. Еще фауна. С чем это ты? Эльфийский меч. А ну-ка. Ледяных шипов. Ну, заберем. Ой. Ладно. Это даже не серьезно, блин. Они что, как обычные фалмеры? Давай сюда. Не? Ну ладно. Так, скелеты что-то тут отдыхают. Сохранимся и ломанемся вперед. Что нам терять-то? Если они такие жалкие. Как я уже, может быть, упоминал, эта серия будет как бы финальной. То есть даже если еще до конца не так близко, как я думаю, мы добьем это дополнение сегодня. Это ты, что ли? And yes. Brought your fetching companion to me. Wait, is he talking about me? No, da. Which, I'm sorry to say, means your usefulness is at an end. Wow, там что-то повылупалось. Ай, что происходит? Ой, прости, сирана.
Я что, опять Сирану порезал? An impressive display, but a wasted effort. You delay nothing but your own death. Watch out! He's falling down the ceiling! И чё сейчас будет? А-а-а! Какого... Where'd you come from? Ну давай, что-то посерьезнее. Ледяного дракона давай сюда. Это будет вообще весело. Ой, подожди. Блин. Так что ж такое? Чё я не могу попасть никого? Да блин. Что-то какие-то сплошные неудачи. Сюда. Ой. Чё ты? Что ты сделал? Какие? Ну окей, пошли. То есть оружие я достать не могу. Иди сюда, козел. Блин, я не могу его прирезать. Curate of Ariel, girl. I have the ears of a god. Until the betrayed corrupted the end of the castle. Gelibor and his kind are easily manipulated fools. Look into my eyes, Serana. You tell me what I am. О, подожди, ты вампир. You're a vampire? But Ariel should have protected you. The moment I was infected by one of my own initiates, Ariel turned his back on me. I swore I'd have my revenge, no matter what the cost. You want to take revenge on a god? Ariel himself may have been beyond my reach, but his influence on our world wasn't. That you will be. Just. All I needed was the blood of a vampire. And his own weapon, Ariel's bow. The blood of a vampire. Ariel's bow. It was you? You created that prophecy? A prophecy that lacked a single final ingredient. The blood of a pure vampire. The blood of a daughter of Cold Harbor. I will wait all this time for someone with my blood to come along. Well, too bad for you. I intend on keeping it. Let's see if your blood has any power to it. What trickery is this? Да, да. Ну вот и все. Скажи мне. Бля. Ну, что-то похоже на эбонитку. На эбонитовую кольчугу, ну. Ну ладно. Я с тобой. Ла-ла-ла. Блин, я не могу его выкинуть. Почему это так? Опа. Сирана, может ты мне что-то скажешь? Ничего не скажешь? А, у нас указатель появился. А ну-ка. А, вот он. Так ты сразу не мог прийти и убить его, да? So the deed has been done. The
The restoration of this way shrine means that Bertha must be dead, and the betrayed no longer have control over him. What? What are you talking about? Он был вампиром. A vampire. I see. That would explain much. Deep inside, it brings me joy that the betrayed weren't to blame for what happened here. Because that means there's still hope that they might one day shed their hatred and learn to believe in Auriel once again. It's been a long time since I felt that way. It's been long overdue. My thanks to both of you. Приятно тебя снова видеть. You risked everything in Auriel, though. And in turn, you restored the Chantry. I can't think of a more deserving champion to carry it than you. If you wish to learn more about the bow, or obtain some hallowed arrows for it, I'd be more than happy to help. You've but to ask. Вот и он, лук Ауриэля. Круто. Ну, а все раны? Ну, окей. It's not as shiny as I was expecting. Still. Блестящий. Beautiful. Что мы теперь будем делать, Сирана? It's time to face my father. Это верно. If we don't, he'll keep chasing us for the rest of our lives. Если так, то он умрет. I've been thinking about this for a long time. It's not easy. But I don't think we have much of a choice. No. This has to end here and now. If Давай we head back to the castle and kick the front door in, we're going to be knee-deep in his friends. Let's head back to Isran and let him see what we've got first. I'm betting he'll lend us a sword or two. Хорошо. Значит, сюда. Движемся. Движемся к окончанию. Я слышал, тут может быть две концовки. Отдать лук или прикончить его. Ну, я сделаю вам милость и покажу эти две концовки. Думаю, встретимся уже у крепости Даунгардов. Итак, продолжаем. О, все равно. А блин, ну че я туплю так сегодня? Ну, прям финал. Я уже столько раз ступил. Так. А, привет. Угу. Это с тебя мы сняли нашу броню. Ну ладно, я не знал, что можно купить. Но это ничего не меняет. Убили бы, убили. Так, ну вот, из ран. The bow. You have Auriel's bow. Ого. Indeed. Нам нужна твоя помощь из ран. The day hasn't been won while Harkon still walks Tamriel. But what of Serana? Can she be trusted to lift the blade against her own kind? Her own family? Я верю, что она сделает правильный выбор. I suppose that's as much as I can hope for. Let me address the Dawn Guard and then we'll be off. The men deserve to know that we finally gained the upper hand. Everyone, gather round. Come on then, we haven't got all day. What should you do? Чё, кунг-фу? Ладно. Ой-ой-ой, мы чё, все пойдём? We've allowed these vampires to poison the night and kill our people. Now, we finally have the means to strike back. We now have Ariel's bow. The gods themselves have favored us.
Извини, Драна, я тебя перебью. Ух, Ауриэля. Какими стелами, как покрасивше. Then we must answer with action. The time has come to finally put an end to Harkon and his unholy prophecy. Круто. We will march on their lair and destroy those wretched abominations so they can no longer corrupt our world. This is our fight, and this is our fate. This is the time of the Dawn Guard. This is Dawn Guard. Gather your things and rest well, my friend. We meet outside Castle Volkahar. Хорошо, встретимся у Волкихара. Я умею носить тяжелую броню. Ой, ладно, ладно, побежали. Ну блин, хорошая озвучка, именно английская. Я не в курсе, чи есть русская озвучка Dawn Guard. Скорее всего, уже пираты какие-то сделали, но она настолько плоха, что дальше некуда, наверное. Но озвучка радует. Так, ну пора нам Волкиха. На другой конец карты. Естественно, пешком я идти это все не буду, но... Ой-ой-ой. А, господи. Замок... Хотя нет. Давайте не к замку, а к пристани. Потому что в замке уже наверняка кровавое месиво начнется. А мы на лодочке. Так, сохранимся. И на ту... О! Вот это наш подкинник. И у него сегодня будет два шанса. Жить или умереть. Я думаю, он умрет. О, тролли. Ну чё, ломанулись? Why? Where'd you come from? Why? А, то он наносит урон солнцем. Нет, нам такое не подходит. Ой, какое мясо. Ой, какое мясо, ё-моё. А-а-а. Надо вот этих положить. Всё? Вроде как да. Теперь в крепость. Немножко криво, но это мне свойственно. Для того, чтобы идеально ровно играть в Skyrim, надо в него играть постоянно. Ну, как постоянно? Ну, хотя бы 2-3 часа в день. Если я по полчаса играю в неделю, то так оно уже и будет. Меня тащит мой перс. Да что ж загрузка не такая? Уже подбешивать это начинает. Блин, я ждал еще минуты три.
Просто жрать. А? У тебя нет ни шанса. Да чё ж за лагерь? ФПС. Ты у меня сгонял. Пошла вон. Это ты, Сера. Всё, что ты знаешь. Чё, блин, тут происходит? Ты кто? Ясно. Вампирские броньки. Что значит украсть? Забрать? Это моё. По праву. Так, Сирана. Так, нам наверх. Ну все. С тобой разобрались. Ой, сразу все затихло. Круто. Это верно. Ну что, ломанулись? Собор. Сейчас все будет. Надо было его, конечно, прокачать. Что-то я ступил. Однако. А вот, священная стрела солнца. Я не уверен, что мне хватит. Тебя уже мочить? Сирана, пас. Кстати, что это такое? Прикольно. Видела этот дракон в пути. Ну ты херня, давай кончай. Твой народ несчастье этого мира. Я никогда не дам Сирану в обиду. Она слишком важна для меня. Хватит. И вот он наш выбор. Я скажу хер тебе. Ой, хорошо получил. Ты смотри, какой хороший. Где он? Блин. Ах ты, ёб твою мать. Молодец, Сирана. Что, работает? Так он тупо невидимый. Совается. Где он? А, вот он. Давай, херня, появись. А, блин. Подожди-ка.
надо от этого вот избавиться. А то он что-то Сирану нагружает тут. А вот. Нанна. Понравилось? Получи. Где он? Мимо. Получи еще заряд. Солнце. Хер уж там. Я разобью этот твой барьерчик. А, и ты опять типа в невидимку ушел, да? Ну ладно. Сирана, разбирайся с ним. Мне надо твоего папочку убить. Ох. У меня 3 стрелы осталось. Вашу мать. Да не будет он твоим. На, говнюк. Так, и у меня сейчас останется только 1 стрела. Да, я ее просрал. Это что такое? Она еще и против Сираны. Надо быстрее решать с этим козлом. Но чертов козел. У меня больше нету священных стрел. О, наконец-то ты сдох. Гори, сука. Фу. Ну да, все кончено. Что делать теперь будешь? Not sure. I'll probably stay with the Dawn Guard for as long as they'll let me. They're respectable fighters, and I think they see the benefits of having a vampire on their side now. Of course, if you've got any more adventures planned. Не думаю, что они тебя заинтересуют, Сирана. Не стоит тебя опасности больше подвергать. Иди отдыхай. See yourself. Do you need something? Этот паладин что-то там говорил о крови вампира и луке. It sounds like that's the last bit of the prophecy. The blood of the daughter of Cold Harbor can corrupt the bow. Осквернит лук. So I am. I guess we can use my blood. Do you have any arrows? Elven arrows? I'm not going to just bleed on any old thing. Ну, давай обработаем. 20 стрел. Ну-ка посмотрим, что за стрелы-то. Кровавая стрела проклятия. При выстреле солнце. Ну хорошо. Что у тебя осталось-то? Прах вампира, черный камень душ, эликсир крови. Прикольно. Восстановление, разрушение, сопротивление магии. Катана Харкана.
16 единиц здоровья магии, если используется вампиром. Печаль. Вампирское влияние. Сапожки. Ну, давай заберем. I think you did more than that. You have my thanks. Ну да, с этим вроде все. Сейчас посмотрим только еще, что за катана. Ну, как она. Ну, она без ножен, конечно же. Ну, такое себе, неплохое подспорье, конечно. Но теперь попробуем отдать лук. You will not touch them. So I see this dragon has fangs. Ты какой урод, да? The venom of your mother's influence. How alike you've become. No. Слышь? У меня стрелы-то заряжены. Да. Because unlike her, I'm not afraid of you. Not anymore. And you. It appears I knew it was only a matter of time. Ta-ta-ta-ta-ta. Pay for the betterment. То и народ всякий. And what happens when you slay me? Is Valerica next? Is Serana? Я не дам. Ну хорошо, держи. Simply pitiful. I expected more from the defiled fool that beguiled my daughter. No matter. Serana would sacrifice her blood for the sake of the prophecy, and I would feast upon yours in Molag Bal's honor. I'll rend the flesh from your bones. Ага, то есть теперь я буду противостоять против этой скотины, против лука Ауреля. Ну, прекрасно. Теперь, похоже, меня тупо порежут на лоскуты. Всё? Да сдохни ты уже. А, ну, то есть, так можно. Ну, то есть, вы уже увидели, да? Well, now that's done. Что дальше будешь делать? I'll probably sit there expected. Of course, if you've got any more than that. Будет отлично. That's what I wanted to hear. Давай сюда лук, урод. Да? I suppose this is difficult for you. I think my father really died a long time ago. I did what needed to be done. I think perhaps. I think you did more than that. You have my thanks. So, the beast is destroyed. Not only that, but Ariel's bow is in safe hands. The Dawn Guard will now be dedicated to safeguarding it, making sure that prophecy will never come to pass. You served Skyrim well. Even with these vampires gone, the fight isn't completely over. Once we're settled back in at the fort, there will be more work to do. We'd be honored to have you join us. Ну вот. То есть, как вы видите, отдать ему лук или не отдавать, это ничего не поменяет. Вам все равно придется его убить с луком или без.
Если у вас такой персонаж мечник, как у меня, вам это будет очень просто сделать. Если с луком, ну вы видели, довольно стоит немножко помучиться, но в основном вот так и кончается Даунгар. Естественно, есть еще какие-то квесты в форте Даунгарда. Но это уже не обязательно. Всю сюжетку мы прошли. Это дополнение было очень прекрасным и соответствует тому Скайриму, который я прошел. Спасибо за то, что были со мной. Спасибо, что смотрели. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.